Положительные эмоции, креативные идеи и качественная продукция – это, пожалуй, три основных кита, на которых выросла компания по производству детских площадок и спортивных комплексов. Предприятие вышло на рынок в 2007 году. Сейчас в этих цехах производится широкая линия каруселей, горок, песочниц и скамеек. Изделия выполнены из прочных материалов, покрытых специальной краской. Последняя защищает малые архитектурные формы от вандалов. Дизайн каждого продукта разрабатывают индивидуально, с учетом пожеланий заказчика. У нас полный цикл производства, то есть начиная от того, что мы перерабатываем все полностью, то есть дерево, фанеру, металл, красим, варим и покраска и установка. То есть изначально мы берем просто, так скажем, сырой материал и уже готовим полную готовую продукцию, которая стоит в парках и во дворах детских площадок. Увеличить объем производства и занять лидирующие позиции на рынке помогло льготное кредитование. Речь о материальной поддержке со стороны регионального фонда финансирования промышленности и предпринимательства. Компания включилась в программу в 2021 году. Тогда же предприятие получило 5 миллионов рублей. Деньги пошли на открытие нового цеха, создание дополнительных рабочих мест и расширение ассортимента продукции. К примеру, последовали и другие компании. Подписано с начала текущего года порядка 140 договоров с общим объемом поручительства на 600 миллионов рублей. При этом общая финансовая поддержка предприятий, предпринимателей составила порядка 1,7 миллиардов рублей. Для владельцев бизнеса это возможность расти, увеличивать конкурентоспособность, сохранять рабочие места, запускать новые линии продукции. Кроме того, финансовая поддержка позволила региональным предприятиям сохранить больше 1500 рабочих мест и создать новые. Помощь поступила благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.